Некоторые из вас знают, что это такое. Это не оно. Это пенопласт. Но я хочу сказать вам следующее. Мы сделаем цикл на фестивале Манны, который будет длиться следующие 4 недели. Не пропустите его. Расскажите о нем друзьям. Мы будем рассматривать главную проблему Америки, да и всего мира, а именно зависимость от нечистых привычек. Нечистые привычки, которые приводят к зависимости. Мы здесь не для того. Мы с пастором Тони здесь не для того, чтобы осуждать людей, чтобы смотреть на них свысока. Зависимости — это серьезная проблема. Каждый четвертый американец, да и житель мира в целом, имеет зависимую личность. Это значит, что когда у вас возникает какая-то привычка, какой бы она ни была, с высокой вероятностью эта привычка может превратиться в зависимость. Поэтому, если вы знаете кого-то, у кого есть проблема с зависимостью, с привычкой, расскажите такому человеку о нашей передаче. Я хочу представить вам своего дорогого друга из Кливленда, Огайо. Я знаю его много лет. Я слушал его проповеди еще младенцем. Я не шучу. Тони Скотт, я рад, что ты с нами. Спасибо. Ты наш единственный регулярный гость. Мы будем говорить на эту тему. Тони, поделись с нами этим. Многие не верят, что Библия говорит о зависимостях и наркотиках. На греческом это явно видно, но этого не особо видно в английском переводе. Давай начнем с этого. Я буду время от времени добавлять что-то. Это важная информация, которая поможет людям. Перри, я очень рад, что ты предоставил мне возможность поговорить на эту тему. Особенно в такие времена. Мы видели тысячи смертей из-за зависимости от опиоидов. Мне больно говорить об этом, но некоторые из моих близких друзей, не Перри, стали зависимы от опиоидов. Опиоиды — это наркотики. Обычно, когда мы говорим о наркотиках, то имеем в виду незаконные наркотики. Но следует также говорить о легальных наркотиках, потому что опиоиды — это легальные наркотики. Тысячи людей умерли от них. Фентанил — это наркотик, который очень распространен в нашем мире. Тысячи людей в нашей стране каждый месяц умирают от этого наркотика. А что об этом говорит Библия? Люди часто говорят мне, я не вижу, чтобы в Библии говорилось о наркотической зависимости. Все дело в том, что вы не смотрите в греческой Библии, а ведь именно с нее делали перевод Нового Завета на наш язык. И в книге Откровений есть несколько слов, которые вам стоит знать. Одно из них мы также видим в Галатам 5 главе. Это слово «фармакия». А от слова «фармакия» происходит наше слово «фармацевтика». Но в греческом оно имеет крайне негативное значение. Например, оно означает галлюцинации, видеть галлюцинации, покидать реальность, оставлять обстоятельства. Вот почему люди принимают наркотики. Они хотят скрыться от реальности, избавиться от своих обстоятельств. Но когда вы начинаете принимать наркотики и избегать того, чего вы пытаетесь избежать, вам не удается избежать этого. Вы просто думаете, что избегаете. Это слово также означает колдовство. Вы открываете себя для демонической деятельности. Я хочу сказать тем, кто смотрит нас сейчас, возможно, у вас есть зависимость от легальных или нелегальных наркотиков. Вы страдаете от этой зависимости, или кто-то из ваших знакомых. Выслушайте меня сегодня. Не открывайтесь для галлюцинаций. Не нужно убегать от реальности. Бог не создавал нас, чтобы избегать реальности. Он снарядил нас, чтобы мы жили в реальности. Нет ничего, через что мы не могли бы пройти. Когда ты сказал о галлюцинациях, я вспомнил две истории. Одна была связана с пастором Хэнком Дэвисом. Когда это случилось, он не был пастором. Позже он пришел к Господу. Другая история связана с человеком по имени Келвин МакДэниел. Они оба рассказывали о том, как ходили на вечеринки, и когда они начинали галлюцинировать, то видели бесов. Келвин принимал грибы. Он сказал, что бес вышел из телевизора и встал перед ним. И вот что он сказал. «Ага, ты думаешь, что молитвы твоей матери помогут тебе? Молитвы твоей матери не помогут тебе». Он услышал, как дух обратился к нему. Если бы он просто видел галлюцинации, большого белого пони и буйвола, это одно. Но когда приходит дух и начинает говорить, это другое. Итак, это открывает портал в теле.
Некоторым людям это нравится. Они говорят, я хочу увидеть что-то в духе. Нет, не хотите. Духовный мир так же реален, как и физический. Он еще реальней. Наркотики. Ты сказал, что какое-то греческое слово несет в себе такое значение. Фармакия. Фармакия. Это слово упоминается в Откровении. Там говорится, что одним из грехов последних дней будет волшебство. У нас это переведено как чародейство, но на греческом там стоит фармакия, а именно от этого слова происходит слово фармакология. Правильно? Все верно. Речь идет о колдовстве. Я хочу еще раз напомнить вам, что мы не пытаемся найти вину в ком-то или осудить кого-то, но я хочу, чтобы вы понимали всю серьезность того, что вы делаете. Даже когда вы принимаете легальные препараты, и они начинают влиять на ваш разум, вы открываете себя для демонического мира, для мира колдовства и волшебства. В этот момент вы даете врагу разрешение войти в ваш разум. Библия говорит нам, 1 Коринфянам 10, в первых четырех стихах, очень важные вещи. Мы позволяем твердыням развиваться в нашем разуме. Единственный способ избавиться от этого — уничтожить это, пленить всякую мысль о зависимости. Например, враг может давить на вас, и вам кажется, что вам нужно скрыться от реальности. В тот момент вы позволяете возникнуть твердыне в вашем разуме. Вы ослабляете эту сферу, и враг приходит к вам, чтобы покорить вас, когда вы начинаете принимать наркотики. И в этот момент вы открываетесь колдовству, миру демонов. Вам не стоит делать этого. Вы не снаряжены для этого. Я не говорю, что вы становитесь бесноватым. Это не всегда происходит в такие моменты. Да, есть люди, обладаемые бесами, но, Перри, мы говорим о серьезном демоническом гнете, который влияет даже на тех, кто является служителем Евангелия. Мы с тобой знаем людей, которые поддались зависимостям. Это великие мужи Божьи. Они творили чудеса. И один из них сказал мне, что он стал бесноватым, потому что... И ты знаешь, кто это. Потому что он стал зависим от алкоголя и наркотиков. Они захватили его. Сначала он думал, что это ерунда. Затем ситуация начала усугубляться. У него начал меняться голос. Я молился за него. Было страшно. Но он получил помощь, освободился и начал помогать людям, которые страдали от этого. Когда речь идет о зависимостях, у нас есть программа «Женщины надежды». Это не наше служение, но мы с Пэм поддерживаем их. Мы купили им дом. И когда разговариваешь с женщинами, с которыми работает это служение, то большинство из них рассказывают, что начали принимать наркотики. Я хочу, чтобы мы поговорили о нелегальной стороне. Они думали, что это весело, они хотели получить кайф, расслабиться. Но часто они начинали принимать наркотики из-за боли. Они развелись, парень порвал с ними. Они переживали насилие, словесное и даже сексуальное. Большинство из них говорят, что хотят избежать боли. Они сталкиваются с эмоциональной болью, стыдом, стрессом и чувством вины. И поэтому они принимали препараты, чтобы хотя бы на время избавиться от боли. Но проблема была в том, что боль всегда возвращалась, когда действие наркотиков заканчивалось, и им приходилось принимать их вновь и вновь. Зависимый — это человек, который так связан, что не может отпустить. Это одно из значений. И то же самое мне говорили люди. Я стала зависимой. Когда я только начинала принимать их, то не хотела становиться зависимой. Я не думала, что от одного бокала вина стану алкоголичкой. Все начинается с мысли, а затем переходит в действие. Иногда одного действия достаточно для того, чтобы зависимость пришла в жизни людей. Как я уже говорил, у каждого четвертого человека есть склонность к зависимостям. Ты исследовал эти вещи и смотрел статистику. Я очень удивился, когда ты рассказал мне об этом. Мы знаем, что в нашей стране есть еще одна серьезная зависимость. Это зависимость от алкоголя. Мы уделим отдельный выпуск алкоголю и алкоголизму. Я лично могу рассказать об этом, потому что мой отец был алкоголиком. Все мое детство отец был алкоголиком. Я видел последствия алкоголя и ущерб от его употребления. 150 миллионов человек в нашей стране зависимы от алкоголя. Зависимы. Не просто пьют, а зависимы. Да, зависимы. Это 40% населения. 140-150 миллионов. И если задуматься о том, насколько это серьезно, мы говорим даже о детях, которым 12 лет.
Я сталкивался с подростками, зависимыми от алкоголя. Им было 14, 15, 16 лет. Вот что тревожит меня. Знаешь, где они сначала брали алкоголь? Из запасов своих родителей. Они забирались туда, когда родители не знали об этом. Многие из них начали пить именно так. Поэтому я смотрю на зависимости так. Ваша зависимость, от чего бы она ни была, не поможет вам. Вы должны понять это. Она приведет к тому, что вы упадете лишь еще глубже. А в таком положении у вас наступит момент сдачи. Вы сдадитесь перед атакой врага. Я не говорю, что вы станете бесноватым. Обычно человек не становится бесноватым. Но, когда вы начинаете отдаваться этому, начинаете видеть галлюцинации. Иногда люди говорят, «Я хочу отправиться в путешествие». Да, я слышал такое. Не нужно вам такое путешествие, потому что оно затронет вашу душу. Но для вас есть надежда. Библия ясно говорит об этом. Апостол Павел в 1 Коринфянам 6 главе говорит следующее. Поймите, он говорит о душе, духе и теле, всех нас. Поймите, ваше тело, дух и душа принадлежат Богу. Послушайте, Павел использует в греческом языке слово, которое означает «храм Божий», «скинию Божью», «обитель Божью». «Неос» — это слово. Да, это святое святых храма. Это не просто здание. Он говорит о нашем духе. Да, вы отдаете свой дух силе демонического духа. И этот демонический дух берет вас под контроль. Мы называем зависимости так, потому что все они движутся по наклонной. Вы думаете, что вот столько поможет вам скрыться от реальности, а потом вам нужно столько и еще чуть больше. Вскоре это перерастает в стакан, бутылку, шприц или таблетки. Так и есть. В наше время двое очень известных служителей Евангелия Иисуса Христа подсели на вино. Они начали принимать понемножку, чтобы расслабиться, а потом они стали зависимы от алкоголя. Один человек, с которым мы не знакомы, но жену которого мы знали, он был из одной церкви в нашем городе. Я не преувеличиваю. Мне об этом рассказывали очевидцы. У него был дар от Бога. Он молился за людей, и с ними происходили чудеса. Можно было увидеть это чудо прямо на служении. Он поехал проповедовать в Пенсильванию. У него была самая большая церковь в Америке. Это было много лет назад. У него было 10 тысяч членов в Филадельфии. Этот человек постоянно был чем-то занят и не мог заснуть. Это было еще до мелатонина, до натуральных препаратов. И ему начали советовать принимать бокал другой вина, чтобы лучше спать ночью. И я хочу сказать одну вещь перед тем, как ты продолжишь. Причина всего этого была в гнете врага против него. Они молились о том, чтобы люди получили освобождение, и бесы выходили из людей. Люди получали освобождение, демонические духи начали атаковать его. Да, он ощущал давление, он не мог спать, он постоянно вставал и ходил по комнате. И двое человек, которых мы знаем, начали пить по бокалу другому и превратились в настоящих алкоголиков. Один человек, я не буду называть его имя. Его сын сказал мне, что с понедельника по пятницу он пил. Это был бес, который атаковал его. В субботу он молился, готовил проповедь, а в воскресенье проповедовал. А потом возвращался назад и жил как изгой в квартире размером с 3 тюремные камеры. Он жил так. У меня слезы наворачиваются на глаза от этого. Это коснулось меня, когда я услышал об этом. Он сказал моему другу-евангелисту, «Большую часть своей жизни я провел в зависимости, от которой не мог избавиться». Но он сказал, «Я надеюсь, что Бог будет милостив ко мне на суде. Я не отрекался от Слова, от Его имени, от даров, от силы Духа Святого и крови, но это проблема». Опять же, я не пытаюсь осудить людей, но один стих пугает меня. И так и должно быть. В нем сказано, что пьяницы царство не наследуют. Да, этот стих есть в Писании. Мы можем не обращать на него внимания, игнорировать его. Но меня тревожит тот факт, что если человек будет жить в этом сознательно,
Я думаю, что разница между тем, чтобы сознательно жить так, говоря, «Меня не волнует, что ты говоришь о Боге или Библии, не указывай мне, что делать», это сознательно выбранный грех. Но многие люди испытывают трудности с этой проблемой. Они говорят, «Мне нужна помощь. Зачем я делаю это? Я не хочу делать этого. Пожалуйста, помогите мне. Я хочу сказать вам, что если у вас есть проблемы с чем-то, и вы не хотите делать этого, если вы говорите, «Боже, пожалуйста, помоги мне», есть учреждения, в которые вы можете обратиться. Но вы должны принять решение и сделать это. Никогда не покоряйтесь зависимости. Не сдавайтесь и не поддавайтесь. Враг хочет, чтобы вы подчинили свою волю той вещи, которая захватила вас. У нас осталось 4 минуты. Мы просто не успеваем обсудить все. Расскажи нам о свободе, которую может дать Бог. Я хочу поговорить об этом. Во-первых, я всем сердцем верю, что Бог хочет, чтобы мы сосредоточились в эти последние дни, когда мы сталкиваемся с демонической активностью со всех сторон. Мы никогда не видели таких времен. Мы не видели времен такого нечестия, как сегодня. Мы никогда не видели, чтобы наше правительство было таким. Посмотрите на Вашингтон. Мы можем назвать его греховной столицей мира. И там идет весьма бурная демоническая активность. Так что же нам делать? Что делать таким людям, как ты и я? Что мы предлагаем людям, которые слушают нас сегодня? Когда вы начинаете осознавать, что впадаете в зависимость или уже находитесь в зависимости, то в первую очередь вы должны найти кого-то, кто станет рядом с вами. Вы не сможете вытянуть себя сами из этого. Вам нужен кто-то, кто станет рядом с вами, кто будет молиться с вами. Начните молиться. Вот на чем мы должны сосредоточиться. Царство Божье состоит из законов. Почему этот человек может пить всю неделю, а затем каяться в субботу? Потому что прощение и покаяние — это законы Царства Божьего. Все верно. У Бога нет выбора, кроме как следовать законам, которые Он установил в Царстве. И если я каюсь, я не должен говорить этого так. Я могу покаяться 40 раз. Я могу покаяться 50 раз. Я могу каяться каждую неделю. У Бога нет выбора, если я искренен в своем сердце, кроме как услышать мой крик покаяния и почтить то, что Он обещал сделать. И эти люди поступали так. Они взывали к Богу, а потом возвращались в свои оковы. Это были цикличные оковы. Да, твердыня. Твердыня в разуме — это та сфера в вашем разуме, в которой у вас есть слабость. Вы признаете эту слабость и отдаетесь ей. И тогда она становится твердыней. Вы не можете освободиться от нее, только если... 2 Коринфянам, 10 глава, там сказано, что мы должны взять эту мысль, эту твердыню, разрушить ее и подчинить проповеди Иисуса Христа, Евангелию Иисуса Христа. Что говорит Иисус? Друзья, нет такой зависимости, от которой Он не мог бы избавить вас. Держитесь, доверяйте Богу, молитесь, изучайте Слово, читайте Библию. Библия — это живое Слово Божье. Библия обладает силой, благодаря Духу Божьему, менять вашу жизнь. Есть еще один момент. Если вы собираетесь пойти в реп-центр, то идите в христианский реп-центр. Безусловно. Потому что есть и другие. Да. У меня есть одна личная история, которую, возможно, не стоит рассказывать. Мне пришлось сделать перерыв. Врач сказал мне, что я умру через 2 года. Ты знаешь эту историю. Я переехал в реальный медицинский реабилитационный центр. Когда я приехал туда, меня спросили, «У вас проблема с наркотиками или алкоголем?» А я сказал, «Я трудоголик». Я сразу же сказал им, что никогда не пил алкоголя, не принимал наркотиков. Но у меня была серьезная проблема. Я был трудоголиком, я едва не погубил себя, у меня возникли проблемы с мозгами. Я принимал нездравые решения. Мне было странно находиться там. Все спрашивали меня об этом. Работа без остановки может стать зависимостью. Безусловно. Вы можете быть зависимы от работы. Я хочу сказать тебе это, потому что ты один из моих ближайших друзей. Я был зависим от служения. Слишком сильно. Но теперь я не сижу целый день за ноутбуком. Я заставляю себя сказать, «Хватит, я ухожу домой в 5, чтобы поужинать с семьей. Я благодарен тебе». Он, извините за выражение, гонял меня в хвост и гриву. Он говорил, «Перри, послушай меня, Перри, когда ты услышишь?» Иногда я делал это после молитвы.
Да, я знаю, он каждый день молился за меня. Я хочу сказать вам нечто. Во-первых, держитесь подальше от всего этого. Не начинайте принимать эти вещи. Не поддавайтесь давлению сверстников. Почему бы тебе не выпить? Я не пью. Один бокал не повредит. Это говорят алкоголики перед тем, как стать алкоголиками. И не стоит считать себя поврежденным товаром. Выслушайте меня. Вы не поврежденный товар. Зависимость не отличается от других грехов. Она не отличается от греха убийства или чего-то еще. Это грех. А Иисус Христос покрывает грехи. Вот именно. Кроме того, я хочу сказать, чтобы вы стали подотчетными. Не скрывайте ее. Не скрывайте зависимости. Станьте подотчетными. Когда вы направляете на нее свет, сатане негде спрятаться. Во-вторых, если вам нужна профессиональная помощь, обратитесь к пастору или служителю и спросите, что вам будет лучше сделать. Подумайте о своем будущем. Подумайте о своих детях. Обратитесь за помощью сейчас. Третье. Если у вас есть друзья или знакомые, которые негативно влияют на вас, и каждый раз, когда вы оказываетесь рядом с ними, они предлагают вам напиться или накуриться, вам нужно отделиться от них. Вам нужно отделить пшеницу от плевел. Как бы мне хотелось, чтобы у нас было больше времени. Мы можем помолиться с людьми. Да, у нас осталось немного времени, но давай помолимся. Отче, во имя Иисуса Христа, ты видишь тех, кто слушает и смотрит нас. Ты знаешь, через что они проходят. Я приказываю демоническим духам тьмы и зависимости покинуть их сейчас, когда они будут полагаться на тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Каждый четверг наша молитвенная команда молится за ваши нужды. Присылайте их нам. Кроме того, у нас есть захватывающее предложение. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту. Хотите разбираться в стратегии сатаны? Менять ход сражений, которые он ведет против вас? Духовное знание – это оружие, которое в силах разрушить коварные планы врага. Есть методы, которые дьявол тщательно скрывает от людей, но которыми активно пользуется. Перри Стоун в книге «Раскрывая тактику сатаны» предлагает проникнуть в разум нашего главного врага, чтобы понять его стратегические приемы. В войне с дьяволом вы можете быть победителем. Скачайте книгу Перри Стоуна «Раскрывая тактику сатаны» бесплатно и прямо сейчас на нашем сайте. Или свяжитесь с нами по электронной почте, и мы пришлем ее вам. Я хочу приветствовать каждого из вас во имя Господа нашего Иисуса Христа. Он жив, и мы благодарны за то, что знаем Его как Господа и Спасителя. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрите передачу «Фестиваль Манны» сегодня. Вы сможете связаться с нами через интернет, зайдя на сайт perrystone.org. Мы хотим получать от вас всевозможные известия. Позвольте мне также сказать вам, что времена сейчас очень трудные, и Библия предсказала, что они будут таковыми. Мы живем во времена, которые Библия называет последними. Они еще называются последние дни. И вот что это значит. Многое произойдет во исполнение библейских пророчеств. А библейские пророчества — это то, что Бог показал пророкам. Некоторые из пророчеств были провозглашены 2, 3, 3,5 тысячи лет назад. Они говорят о том, что будет перед пришествием Мессии. А Мессия — это никто иной, как Иисус Христос. Он вернется снова. И я не хочу, чтобы вы теряли надежду. Ведь если вы истинный верующий во Христа, если вы молитесь Иисусу Христу и всем сердцем любите Его, значит, когда Он вернется, вы будете с Ним. А в будущем, согласно Библии, мы будем править со Христом на земле в течение 1000 лет в Его Царстве. А править он будет из Иерусалима. Если вы никогда не принимали Иисуса Христа в свое сердце, не каялись в своих грехах, не следовали за Ним согласно Писанию, то прошу вас, сделайте это. Просто откройте свое сердце, откройте уста и попросите Иисуса войти в вашу жизнь, простить вам грехи и помочь вам следовать за Ним. Во времена кризиса только Иисус Христос может дать истинный мир. Ведь если мы живем, то живем для Христа, а если умрем, то будем с Ним в раю на небесах. Спасибо за ваше время, и пусть Бог благословит каждого в последующие дни. 3 недели тому назад я был в очень непростой ситуации. Я проходил ее уже несколько месяцев. Мне нужно было принять серьезные решения. У нас сломалась климатическая установка, и на ее ремонт требовалось несколько миллионов долларов. У нас не было таких денег.
Я ощущал давление из-за этого. Кроме того, мы пытались открыть медицинский центр. Нам нужно было работать по этому вопросу с правительством, которое перестало служить народу и в некоторых случаях было врагом народа. Мне не стоило говорить этого. Боже, прости меня. Каюсь. Я был ошеломлен. И тогда я обратился к Господу и сказал: «Господи, Ты должен помочь мне, должен дать мне ответы. Я прожил достаточно долго, чтобы понять, что умру с вопросами, а не с ответами. Я умру с вопросами». Бог знал, что Он делал. Ведь когда у вас есть вопрос, вам нужно искать ответ. И когда вы будете искать ответ, вы найдете другие вещи, о которых даже не знали. Вы станете умнее, вы будете лучше подготовлены. Бог откроет вам нечто. Если у вас будут ответы, вы станете ленивыми. Вы не будете молиться, не будете искать лица Божьего. Вы на вершине горы. Это одно из худших мест. Один менеджер сказал мне: «Твоя последняя продажа — это твое худшее проклятие». Последняя продажа. Ведь когда ты радуешься ей, ты теряешь навык, и ты уже не мотивирован продавать дальше. Вот та проблема, о которой мне сказал Бог. Я сказал: «Мне нужны ответы. Ты должен обратиться ко мне». Тишина. А потом я услышал в духе вопрос: «Доверяешь ли ты мне?» Хочу сказать вам, что этот ответ сокрушил мое сердце. Я заплакал и сказал: «Господи, Ты знаешь, что я доверяю Тебе. Я жил, доверяя Тебе. У меня умерла жена из-за рака, хоть я и верил, что Ты исцелишь ее, но я все равно доверяю Тебе». Затем я замолчал. Он сказал: «Ты не живешь так, словно доверяешь мне». Здравствуйте, с вами Перри Стоун, учитель и ведущий передачи «Фестиваль Манны». Я знаю, что многие смотрят нашу программу на канале GNC. Друзья, я хочу сказать вам, что мы молимся о всех вас. У нас есть много партнеров, которые молятся за вас. И еще хочу сказать вам, Евангелие проповедуется по всему миру, а это означает, что Иисус Христос вскоре придет. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 24 главе, 14 стихе. Через нашу телепрограмму я объясняю вам библейские пророчества последних времен, о возвращении Христа, даю вам учение о небе, о будущем, о том хорошем, что Бог приготовил для всех нас. Я хочу наставить вас в вере, научить вас силе Духа Святого. Вы узнаете много интересного, если будете смотреть фестиваль Манны. Мы молимся о том, чтобы Бог был с вами и хранил вас. Надеюсь, вы будете всегда следовать за Ним.